Значит, курьер отыскал тебя. Да, мой друг. Боюсь, у меня плохие новости. После того, как связь оборвалась, Потема смогла сбежать. Мы уже столкнулись с ее слугами. Стир говорит, что она все еще не обрела тело, иначе все мы были бы уже мертвы. Тебе и так удалось оказать нам большую помощь, прервав связь. Но я прошу тебя поговорить со Стиром и узнать, что нам делать дальше. Точно не знаю. Стир полагает, что вы с Потемой связаны между собой на каком-то уровне. Я доверяю его мнению. Он жрец Аркея, и ему уж наверняка приходилось иметь дело с некромантией. Хотя, конечно, вряд ли на уровне Потемы. Он жрец Аркея в Солитьюде. Это он выяснил, что Потема все еще здесь. Он поможет всем, чем может. Желаю тебе удачи, друг. Будь осторожнее. Поговори со Стиром, он поможет. Эй, осторожнее! Вот растяпа. А, это, видимо, о тебе Фолк так высоко отзывался. Прошу. А, Потема. Древняя королева Солитьюда. И едва ли не самый опасный некромант в истории. Лет 500 назад она едва не уничтожила империю. По-моему, у меня есть о ней книга. Вызвать чей-то дух совсем не то же самое, что поднять кого-то из мертвых. Потеме требуется помощь, чтобы вернуться к жизни. Сейчас королева-волчица скрывается там, где обитают мертвецы, готовые беззаветно служить ей. Она вернулась в свои древние катакомбы. Несколько дней назад один из ее прислужников пробился сквозь стену прямо в храм богов. Нам нужно, чтобы кто-то спустился в катакомбы. Ты справишься? Да. Я попросил Фолка разыскать тебя. Раз ты свидетель церемонии призыва, теперь между тобой и Потемой есть связь. Именно тебе предстоит уничтожить ее. Но я могу помочь тебе разобраться с ее прислужниками. Это поможет тебе пройти сами катакомбы. Что же касается самой Потемы, отыщи то, что осталось от ее тела, видимо, скелет. Достань его из катакомб и принеси сюда, чтобы мы смогли осветить ее кости словом Аркея. Удивительная историческая фигура. Ей было неведомо раскаяние. Она совершала ужасные вещи, но при этом ей нельзя отказать в блестящем уме. А к концу жизни она, очевидно, стала весьма могущественным некромантом. Казалось, еще немного, и она станет императрицей. Но, несмотря на ее хитроумные схемы, ей так и не удалось достичь желаемого. Забавно, но если бы сейчас она была жива, она стала бы единственной представительницей линии Септимов и с полным правом могла бы стать императрицей. Пусть Аркей дарует тебе долгую жизнь. Мы с тобой чем-то похожи. Это здорово, что мы встретились. Как пожелаешь. 8 богов. Чем могу служить? Не так уж плохо быть старым. Дочка меня кормит, и работать уже не надо. Наконец явилась. Героиня, сохранившая мне свободу, возвращается в мои владения. Надо как следует поблагодарить тебя, детка. Когда ты умрешь, я подниму тебя, и ты займешь место в моем войске. Там драка. Тебе удалось далеко пройти, смертный. Несомненно, ты хочешь пробраться в святилище Потемы. С этим я могу помочь. Видишь ли, нам нужно очень много свежих трупов, чтобы восстановить ее армию. Что это было? Но мне же не показалось. Уже близко. Подойди, кружка. Служи мне после смерти. Тебе удалось зайти далеко, существо, но сможешь ли ты выстоять против моих верных приближенных? Посмотрим. и радоваться честно. С возвращением. Надеюсь, все прошло успешно. Великолепно. Если люди постараются, справиться можно с любой бедой. Я займусь освещением останков. И если Фолк забудет, Солитьюд у тебя в долгу. С возвращением. Все прошло успешно. Имперцы хороши для торговли, а торговля нужна Скайриму. Да хранят тебя боги в битвах, друг. Это настоящий подвиг. Неважно, на чьей ты стороне в этой войне. Потема опустошила бы всю страну, уничтожила обе стороны. Если бы не ты, произошла бы страшная катастрофа. И почему я не послушал Варния раньше? Я больше не повторю свои ошибки. Возьми свою награду. Ярл поблагодарила бы тебя лично, но она очень хочет сохранить пришествие Потемы в тайне. Не сомневайся, для всех нас ты спаситель Солитьюда. Тан Брюбен, к твоим услугам.